Пришло время пересаживать некоторые орхидеи. Ну вот, такой горшок. Вот корни все наружу. Теперь, если хочется ее извлечь из этого пластикового горшочка, ну, придется его очень аккуратно весь разрезать, чтобы корни не повредить. Вот вторая. Вот эту орхидейку тоже надо пересадить. Очень плотно корни уже набились. Им дышать там негде. Слишком плотно. Тоже вылезли уже некоторые. Тоже разрезать надо будет ножницами, чтобы не повредить корни. В общем, есть чем заняться. Ну, так, в хорошем состоянии. Новый он листик лезет. И здесь тоже новый листик вылез. Сиреневатый оттенок листа. Потому что это такая, ну, темно-сиреневая орхидейка. В общем, занятия есть.